Жители соседнего Новосибирска столкнулись с нехваткой Виагры в аптеках. Совсем недавно стало известно, что знаменитый препарат от американской компании покинул российский рынок. Эта новость заставила мужчин закупиться впрок. Спрос на препарат вырос на 50%. Для Алтайского края, как и в целом для страны, вопрос мужского бессилия актуален. Врачи говорят, что к ним приходят не только 70-летние, но и 20-летние пациенты. По статистике, в России эректильной дисфункцией страдают более 30% мужского населения. Причем реальная цифра может быть еще больше. По словам медиков, далеко не все мужчины готовы прийти к врачу. Многие принимают препараты для мужской силы бесконтрольно. Хотя, по идее, подобные лекарства должны продаваться по рецепту. Как у нас мужчина обследуется, это тоже отдельный вопрос, потому что не каждый готов поделиться. Он не разобрался в причине, откуда у него эректильная дисфункция. Он будет увеличивать дозу. То есть уже он дойдет до того, когда ему дозы уже будет недостаточно, и у него уже действие этого препарата просто действовать не будет. Кстати, только врач может определить, в чем причина мужского бессилия. Это могут быть проблемы с венами, артериями, гормонами, но также это могут быть, особенно у молодых мужчин, психогенные факторы. У нас есть аппарат Эндроскан, мы измеряем ночные эрекции, у него ночные эрекции сохранены. Значит, нету проблем с венами и артериями. Значит, у нас проблема какая-то психогенная. То есть надо исключать психогенный фактор, это психолог. Отправляем психологу на консультации. Вернемся к нашей Виагре. К счастью, мужчин еще 5-6 лет назад в стране активно занялись импортозамещением известного препарата. В Минздраве сообщают, что сегодня в аптеках достаточно препаратов с действующим веществом силденафил. Именно оно и вызывает тот самый эффект, которого хотят добиться мужчины. В целом, я не считаю, что какая-то есть сложная ситуация с этим фармацевтическим продуктом. У нас на сегодняшний день 36 компаний, отечественных фармацевтических, которые занимаются производством силденафила. Даже у нас на территории Алтайского края есть производители силденафила. Мы выписываем химическое название. А наши пациенты вправе сами выбрать в аптечной сети, какой из препаратов им выбрать. Отечественный, зарубежный. Абсолютно заменяемый препарат. Если бы это случилось, наверное, лет, так может быть, 10-15 назад, наверное, это было бы сложно. А сейчас нет. Кстати, в аптеках Барнаула еще есть препарат для мужской силы зарубежного производства. Но даже когда он пропадет, мы знаем, что это не повод опускать руки.